Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Меня должно быть слышно, блять, мало человек, очень все спят. Блядь, я просто непопулярный. А здравствуйте, я модный инстаблогер. Это Диана Каркунова. Эй, я пишу Диану Каркунову. Ну она пишет, да. Тебя не слышно, чувак, вы что, ёбнулись? Все еще не слышно? Наушники, да, там микрофон должен быть. Алло. 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 Меня слышно или алло, блядь? Алло. Все еще не слышно. Тут микрофон, говорим, один наушник. Может, вот этот выключен? Вот надень. Не, один вот этот надень, ты будешь прямо микрофон говорить. Подожди, блядь. Давай, да. Так, вот, ребят, вот сейчас слышно меня должно быть? Теперь норм, что за магия? Марина Степанова. Блять. Здорово, 100%. Здорово мне. Покс на вас. Ну, пох, наверное. Покс пиздец. Давай зададим тему для разговора. Да какая тема для разговора, ты чего? Ну, популярные люди, блять. Вы можете не задавать тему для разговора. Нет, я не очень популярный. У меня очень мало человек на трансляции. Но зато они все уважаемые. Скорее всего, это депутаты и чиновники. Да, слышно. Ну все, заебись. Что я могу сказать? Уже слышно, успокойся. Вы заметили, что я перестал вам махать? Раньше всем махал, а сейчас вообще да, никому. Да, я заметил. Хуй ты всё. Мне махаешь? С привата. Я, короче, бухаю. Ну, бухал. Сейчас уже нет. Потому что надо и меру знать, в конце концов. Нет. Что нет? Нет, не надо знать. Но я бросил пить, я то есть выпил немножечко вина, буквально пару бокалов, и все, и решил завязать пока. Зачем оно мне надо, правильно? Тут очень мало народу. Зазвездился пиздец, и мы тебе махаем. Пацаны, поймите, вас 15, всем помахать не получится. Охуел. Ну, я, да. Тошенька снимает эфир. Тоша, когда в ВК начнешь читать? Блять, слушай, я стараюсь изо всех сил читать ВК. Но у меня не всегда получается. А где Клекс? Мы, кстати, тут недавно Клекс заметили. Клекс уехал на драму. Да. Кому? Ну, не к тебе. Какому-то чуваку, там какой-то чувак. Клекс, что уехал-то? Пригоняй обратно на водом печать. То мы хотим Клекс. Болеешь еще? Не, я выздоровел почти. Куда я тебя? О, Джубили. Да. Стоишь так, будто боишься упасть со скейтборда. О, мои Джуб, цитатки. Джуб, привет! Джубили, тут твоя подруга. Да. Но это уже не твоя подруга. Вот. Че румяный такой? Это у меня от вина, короче, так всегда. Шампанское пил. Ну, я вино пил, пока Алиса не видит, поэтому как бы. С кем бы забатлил? Да хуй знает, блять. Что за вопросы, ребят? С Волки Ти. Хочу уничтожить Волки Ти, а потом захвалить его нахуй. Нет, я просто сняла типа колготки. Привет.
лучше вы ко мне. Не, Клекс, нахуй, на улице холодно. Ну, повелено зашла. Я, мне кажется, не узнать. Тебя почему не узнать? Нет, Маш, повелено. Нет, твой палец, это... Он просто облопанный пиздяво. Тохин, ты с кем там что делаешь? Он со мной флексит. Я просто выпил немножечко. Да, он со мной флексит. Мы с Антоном. Что они на концерте? На каком концерте? Да, мы сейчас поедем на концерт с Антоном. Вдвоем. Яник сейчас. Нас пять. Вдвоем будет выступать. У нас человек 5-6. Господи, даже не было, чтобы облокотиться. Здравствуй, Порш. Антон. Что, да, максимально прямой. Ебал своего кота хоть раз. У меня, кстати, ни разу не было кота. Если хочешь. У меня была кошка, но я ни разу не хотел ее выебать. Она впрягалась. Когда мама меня ругала, что я типа уроки не сделал, она на нее прыгала, кусалась. Поэтому гей-прайд. Ребята, почему? Блять. Я да, думаю, газированная водка, к сожалению, есть. Я надеюсь, что людей казнят, которые это придумали. Антон, серьёзно? Когда сектор фест? Чё? Каждый день. Да, блядь! Фу! Кошмар какой. Это наркотики. Надышат своими спайсами отвратительными. О, автор, здорово. Давайте веселые вопросы. Нормально всё у человека. Антон, у тебя скучная трансляция. Да пиздец, они просто хотят, чтобы я помахал. Я устал. Я человек или что, блядь? Давай я буду махать. Я Мариан Ру. А ты ваши руки не считаю. Так, ты все испортил. Блядь, у меня никогда сердечки радужными не были. Когда собираешься олимпийский? Антон, если ты передумаешь, что звони, хорошо. Олимпийский? Да никогда, блядь. Да в смысле никогда, через 2 года? Ты считаешь, что батл рэперы собирают олимпийский? Я ставлю тоже сердечки, они разноцветные, я ничего не понимаю. Маш. Не знаю, что тебе сказать на это. Какие нахуй, у меня они все серые, сероватые. Серьезно, у меня ни одного разноцветного сердечка нету здесь, блядь, они все серые. Антон, ты номер один, как МЧС. Блять. Давайте провокационные вопросы Антона Сектора. Сегодня он отвечает на провокационные вопросы. Вот первый провокационный вопрос. Че, ребят, как вам моя фоточка? Я немножечко подрочил. Я лайкнул. Тебе трансляцию ведешь? Зацепил? Спасибо. Заценил клип Флэша. Да, мы все заценили. Кстати, клип Флэша. А какой клип Флэша? Что за клип? Чего, там трек получил. Трек типа с Гонфладом? Нет, не заценил. Ну, не послушал еще. Потому что тебе не нравится Гонфлад. Потому что Максим не любит Флэша. Да нет, мне нравится, он так... Ну, скажи подписчиков только. Что? Миллионы человек сидят. Расскажи самый странный сон. Короче, я еду на роликах. А, нет. Зачем прям это заготовочка или что? Нет, ну реально мне снились странные сны. Короче, ладно, первый странный сон. Я бегу от кого-то, забегаю, короче, к бабушке домой. И она говорит, короче, прыгай со второго этажа. И резко взрывается балкон, и она на вертолете нахуй улетает куда-то. Братка, что написано? Чё, блядь? В контракте, которое... Ой, да там ничего такого не написано. Ну, типа... Участники... Ну, я не могу, наверное, это рассказывать. Нахуй это рассказывать? Там ничего такого, обычный контракт. А что ты хочешь услышать в наушниках, интересно? Я не знаю. Просто девочек ёбнешь. Угадайте, кто девушка Антона? Я женат на игре. Беззубик говорит привет. Привет. Ты помахал? Какое пиво сегодня? Какое пиво самое пиздатое? Отвечай. Блядь, не пейте пиво, это отвратительно. Вы хотите себе генофонд испортить? Давайте французы ведём. Или что? Типа мы сейчас соединим, как же, с твоими подписчиками. Вы что, поехавшие, блядь? Вот так выглядят все мои трансляции, короче. Рядом сидит 5 человек, которые смотрят. Блядь, не пейте пиво, это отвратительно. Я могу это повторить третий раз, если надо. Не вздумайте пить пиво, блядь. Вам рожать еще половине. Надо похулиганить.
Сколько, 7 есть, 18? Повелина? Ну ладно, Повелина, можешь пить пиво. Помаши. Пием, что пием? Слушаю дядю Женю, клянусь, иногда слушаю. Типа, включая старые батловые треки и слушаю. Блять, мне очень нравится. Это прям охуенно. Ебать, ты молод. Блять, ты посмотри на это. Обидно, да? Неравномерная залысина, блядь. А, это... Ну, это типа у... Осталось, ребят. Ты же с ПМом встречаешься. Да, да. Я выиграл шоу «Холостяк» с ПМом. Всем привет, это 100%. Кит вчера показывал твое новое звучание. Мне вкатило, ты молодец. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы это доделаем в скором времени. Это прям... Респект. Будь здорова. Плюс сделайте что-нибудь неординарное, хоть Марину в кадр возьми. Марина. Мяу. Господи. Ты мне очень неприятно показываешь. Подписывайтесь на мой инстаграм, я очень... Не слушайте вообще это. Но потом она обидится и отпишет вас. Я немножко испишу. Нахуй рожать, надо поднимать науку. Ну, возможно. А кто будет поднимать науку, если ты не будешь рожать мальчиков? Извините, сейчас очень-очень сексизм немножко подъехал. Слышал дисс от на Федука от Техника? Да, пока лучшее, что я слышал. Кто самый пиздатый? Кто? Мы. Нормально все у тебя? Все хорошо? С кем бы из телок забатлил? Вот с каждой стоящей здесь. Я не умею батлить. Да, и с Поверенной забатлил бы. Нет, с мамой Стифлера не будет, наверное, батла. Мне тяжело открывать, by the way. Ой, да я так открою сейчас, пиздец. Подержи. Да, давайте смотреть, как Антон откроет бутылку. О, давай, Антон, исправься. Марина, ты можешь сказать, пошел нахуй, как будто это ударная строка? Да. Скажи, пожалуйста, Марина, ты можешь сказать, пошел нахуй, как будто это ударная строка? Они не знают этих рофлов, кстати. Марина, они не смотрят мои батлы, вот в чем... Как бы самое. Член либо хуй. Да. Спасибо Демьяну за это. Член либо хуй. Что выберешь? Член или хуй? Член? Так, ребят. Я за член. А, вы? А в смысле, что выберешь? В качестве чего? Хуя. Где? А, Антон, да, взял. Меня попросили его открыть. Я бесплатно это... Антон, я как твой менеджер, пожалуйста. Хорошо. Все. Так. Вилкой в глаз или в жопу раз? Ну, Клекс, я смотрю, ты... Клексу там весело, да? Ты прекрасно смотришь двумя глазами на мир, поэтому я думаю, что я могу не отвечать на этот вопрос. Ты сука. Ну, может быть. Глаза все на месте. Спасибо, Маш, большое за то, что впряглась. Как тебе батл Оби-Вана? Он делает так, что ему хочется поверить, но я немножко не до конца верю. Вот. У PLC усы пижи. Да кто бы спорил, блядь. Ради усов, PLC, как у PLC, можно, не знаю, блядь. В барбершоп сходить. Пизда или вагина? Короче, пизда. Я за пизду. Ну, типа рожки. Пуси. Нет, пуси мне вообще не нравится. Пуси это отвратительно. Так. Ты пойми, этот наушник необходим реально. Если я его вытащу, вы будете на РБЛ в сентябре. Мы будем. Ну я буду, да. Как удовлетворить женщину? Он сказал в жору, а ты не увидел. Походу ты уже выбрал вилку. Ну ладно. Ну и что? Что за шквар, по-твоему? Без глаза ходить или что? Я видел батл рэперов без глаза. Давай внезапный панч. Нет. Че я, блядь? Лёва Рэпак, что ли? Это не панч. Ярик в жопе хуй, во рту сухарик. Yeah. Это панч? Он тебя... Да. Так я не Антон, Ярик. Дай щиги, пожалуйста. Подожди. А, вы курите? Махать надо. Дайте я тогда заряжусь немножко. Зарядись. Мне тоже нужно зарядиться. А, тебе тоже нужно зарядиться. Okay. Ты не заметил, что шрам у меня от вилки? Ну, глаз-то у тебя на месте. Получается, что у тебя ни там не получилось. Геба или Веста? Ну, я надеюсь, что Геба это не увидит. Да. Веста, она как бы... Да. Веста католик, это необычно, знаешь. Не каждый день пообщаешься с католиком.
Антон, как удовлетворить женщину? Ты похож на человека, который опытен в таких вопросах. Так, очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Ребят, тише. Сейчас, ребят, тут очень много, вот, очень много носительниц, короче, вот этих там, вот это как называется? Вагина, да. Конфиденциально. Да мне без разницы, мне нужно единственное, что узнать. Спрашивают, типа, как удовлетворить женщину. Короче, я расскажу. Давай. Как минимум, не должен быть маленьким. Ты должен быть дорогой. Так, что? Начнем с этого. Ты должен быть очень аккуратным. Так, очень. Очень аккуратным. Это раз. Ты должен понимать, что женщине нужно. Это два. Это звучит как, типа, ты... Что делать, чтобы удовлетворить женщину? Ты должен удовлетворить женщину. Ну, типа... Ты должен быть красивым. У всех по-разному. Чтобы вы понимали, я... Должно быть три. Это четыре. Четыре. Чтобы у тебя все было хорошо. Пять. Да так что? Почему я хочу всех заблокировать? Мужчина не может удовлетворить женщину, считает Павелин. Ну, я уже понял. Павлевина. Ну, короче, никак их не удовлетворить. Лучше не ебитесь с этим, в принципе. Вы можете просто быть рэперами. Ребят, мужчине главное делать вид, что ты можешь удовлетворить. Вот и все. А удовлетворять совсем не обязательно. Беззубик благодарит девушку за кадром. Да она все равно нихуя не сказала. Ебитес. Не, мы не будем. Ты что, я думаю, с женщинами общаешься, чтобы ебаться, что ли? Здорово, Кода Блэк, здорово. Он нас любит, да, Антон? Да. Да? Да. Да. Свою фамилию коверкай, алло. Да сколько раз я это делал, боже. Короче. Привет. Привет. А дайте бухла попить еще, пожалуйста. Где? Спасибо. Да подожди, ты сейчас пропустишь человека помахать. Зачем мы хотим? Короче, тёлки с тёлками, пижи, пусть мужики идут все на завод. А мужикам-то что делать тогда? Нужно же тоже ебаться им. Как сказал Великий, ты не импотент, если у тебя есть хоть один палец. Да, трушка наверняка. Что бухаешь? Да много всего. А что значит всё подряд? А, это типа ответ на вопрос, что бухаешь? Нет, Маша, ты плохо знаешь меня, ясно? Не всё подряд я пью. Маша, ты Санта-Стефана. Если бы вы с ЗБ попали, через сколько бы вы переспали? Мы гетеры, мы не можем спать. Чтобы удовлетворить женщину, нужно стать армянский. Да, это правда. Кунам ворот, люби свой город. В лодке по дороге на остров. Вот, Маша, ты очень злая. Такое нельзя, вот, короче, писать. Это меня оскорбляет, знаешь. Я знаю армянский, но не помогает. Значит, ты плохо на нем говоришь. Пусть друг с другом ебутся тогда или дрочат. Да блин, нет. У нас это вполне устраивает. Мы любим женщин ебать, так уж вышло. Не всегда получается, но... Так. Ну все, по поводу ебли вопросы закончились. Я просто не очень компетентен в этом вопросе, я не ебусь. Если что, вопросы по ебли с Антоном через меня, пожалуйста, все. Ну или так. Ну да. Я знаю казахский, это пойдет вместо армянского? Не, казахи только друг друга любят. Димаста, я ебал тебе в рот. Не нужно такие вещи говорить про Димасту. Ни в коем случае. Лайфстайл Димасты не позволяет себе такое вот про себя. Да, собираюсь, да. Мы собираемся, Клекс. Огил говорил, что может довести женщину до оргазма, а ты нет. Ну, я... Нашел, блядь, чем хвастаться, не помню, охуенно. Не помню, говорил я такое или нет, но неважно, наверное. Так что, хватит? Ты сейчас примешь на совместный эфир. Ну и здорово. Ты поэтому проиграл? Да, я проиграл, потому что не могу довести женщину до оргазма. Ебу рот Димаста в эфире у сектора. Вырезаем фразу про Димасту. Блядь... Вип-сектор. Да чё, я же ничего плохого про Димаса не говорил никогда. За кого болеешь в финале РБЛ? Конечно, за Серёжу Сотникова, конечно, за него. За кого мне ещё болеть? Я понимаю, что Керамбит очень сильно набрал форму, он очень жёсткий, блядь. Но я болею за Серёжу Сотникова. Откуда казахи коней любят? Ну, может быть, я не знаю, я не казах. Совершенно. Короче, ладно, блядь, телефон нагрелся, давайте. Я пошел дальше пить. Доводите женщин до оргазма.
если вам позволяет это делать, конечно же. Любите друг друга, уважайте армянский язык. Все.